Хочу показать Сарочку свою, полюбившуюся мультифлорку, как она цветет. И даже немножко с кислинкой пахнет, неожиданно. Я думала, она не будет пахнуть. Вот такая вот Сарочка. Вот такая вот она в жизни у нас красивая. Это отдельное видео я специально делаю по каждой орхидейке. Потому что все сразу объемом не захватишь, это очень долго. Вот такая она у нас красивая, перламутровая, персиковая. Да, действительно, первый цвет может быть бледноват, но мне очень нравится. Сарочку я брала тоже в интернете у девочки. У Нины. Да, у Нины. Вот, это тоже специально для нее видео маленькое делаю. Вот она такая у нас. Красавелла. Птичка у нас вечно попой поворачивается, не хочет она красоваться. Вот цветоносик у нас небольшой. Три бутончика, но третий почему-то все в застывшем состоянии. Второй бутончик будет цвести. Явно он уже набух, налился. Все-таки покажет второй бутончик. Третий, к сожалению, наверное, нет. Не судьба. Вот мы такие вот красопиточки. Я очень довольна тоже, неожиданно. Хотя на фотографии фотография была более темная. И более ярко насыщенный цвет. Но это может быть просто первое цветение. Поэтому еще пока мест не видно. Все. Всем спасибо. Пока-пока.